Олександра Філоненко, кандидат наук, мистецтвознавець, керівник і співзасновниця кіноклубу. Доброго ранку, дякую, що так рано до нас завітали. Здравствуйте, доброе утро. Я знаю, що ви проводили декілька кінофестивалів. Що це за фестивалі? Ну, взагалі, вже достатньо много. Це світові, так? Ну, і світовий, і український. З 2012 року наш кіноклуб організовує два фестивалі. Один мировий, це Манхеттенський кінофестиваль короткометражного кіно. Я на одному сайті почитала, народ сміявся, ха-ха-ха, Ніколай, Манхеттенський кінофестиваль. Ну, типу, як би, Нью Васюки, да? Но на самом деле, этот фестиваль очень специфический. Программа действительно формируется и собирается в Манхэттене, в Нью-Йорке, а потом предлагается вообще любому человеку, вот кто возьмет на себя ответственность, найдет локацию, это просто может быть даже человек. Ну, в нормальной ситуации это обычно кинотеатры, которые покупают эту программу, и она идет неделю, и самое интересное, что зрители голосуют, и они выбирают победителя. Это вот честный такой, самый, наверное, демократичный фестиваль в мире вообще. И то есть вот когда мы узнали об этом кинофестивале, мы решили, почему не попробовать сделать в Николае, потому что один раз мультиплекс сделал его, не помню, это был или 10-й, или 12-й год, но что-то, видать, не пошло с коммерческой точки зрения, и потом он закончился, этот Манхэттенский кинофестиваль. А мы его делаем, это один показ, он бесплатный, мы обычно собираем деньги на программу, это, в самом деле, Николай, полностью народный фестиваль, люди там, кто сколько может, скидываемся, покупаем, потому что программу дистрибьютор бесплатно не продает, то есть ее продают из Манхэттена в каждую страну дистрибьютор, а дистрибьютор уже продает кинотеатрам или вот таким вот активным группам, которые хотят, чтобы мероприятие состоялось. И это действительно, это глобальный фестиваль. В этом году было больше 350 городов по всему миру. В общем, да, на всех 6 континентах. Но только что в Антарктиде, наверное, его не смотрят. В общем, поэтому действительно, это мировой фестиваль, который вот в Николаеве проходит. И это не очень сложно сделать. Вообще-то это могла сделать любая другая группа активистов. Ну, вот так получилось, что мы этим занимаемся. Второй фестиваль тоже мы с 2012 года его проводим. Это украинский фестиваль, тоже короткометражного кино. Но если в Манхэттенском кинофестивале это игровое кино в основном, то здесь мультипликация еще добавляется и документалистика. Это «Видкрытый нич». Это очень интересный фестиваль. Он сам по себе по формату очень интересный, потому что он проходит ночью, вот с 10 вечера запускается программа, и до 4 утра она идет, то есть люди, которые пришли на фестиваль, должны что там сидеть. На... Какие там фильмы интересные? Ну, фильмы украинских режиссеров, чаще всего это молодых, которые хотят, в общем-то, как-то о себе заявить. Очень много работ студентов, я не знаю, как он теперь называется, раньше институт Карпенко-Каро, теперь может уже целый университет или академия, в общем, и то есть три категории короткометражных художественные фильмы, игровые, короткометражные документальные фильмы и мультипликация. И вот как бы тоже зрители голосуют, но не за все. Есть жюри в Киеве сидит, оно смотрит в течение ночи, решает, награждает победителя, а жюри за приз, а зрители за приз зрительских симпатий голосуют. Вот это вот как бы то, что мы делаем для украинского кино. Честно говоря, пока фестиваль чаще все-таки слабоватые фильмы, ну как на мой вкус, да, может быть кому-то они очень нравятся, но я просто слежу за мировым кинематографом, к сожалению, мне бы хотелось, чтобы был выше уровень, но вот в этом году уже появились достойные такие комедии, там были забавные, про похороны, как ни странно, вроде черная такая комедия, но она была очень смешная, и очень хорошая мультипликация у нас, вот что у нас люди делают и во что вкладывают душу, это мультипликация, конечно. Кстати, в этом году победителем гран-при этого фестиваля взял как раз мультфильм «Причина». Чинна по Тарасу Шевченко, по знаменитой его поэме, очень красивый, очень, вот, он просто стал на голову выше всего вообще материала, ты посмотрел его и сидишь совершенно в каком-то зачаровании, понимаешь, что вот это действительно очень хорошо. Эти короткие фильмы здесь можно побачить еще? Чебище? Смотрите, дело в том, что как бы с фестивалями существует такая политика, если есть фестивали, которые запрещают выкладывать, ну, чтобы фильмы эти в Ютьюбе не были, поскольку у них вот как бы такой эксклюзивный продукт. Есть фестивали, которым все равно. И те режиссеры, которые вот не замахиваются на вот эти фестивали с строгим режимом, они часто выкладывают работы, можно посмотреть в Ютьюбе. Но как бы вот такой программы кирпичом, блоком вы ее не найдете. Это нужно посмотреть, что было в программе, отслеживать, кто выкладывает, кто не выкладывает свои работы. Останнім часом я помітила, що все більше і більше люди полюбляють знімати на смартфони. Да, сейчас у нас бы... Ну, ви, скажімо так, маленьке кіно своє робити. Да, ну, смотрите, на самом деле всегда вот в этом вот куче визуального мусора по-хорошему, ну то есть для себя родненького, это, конечно, большой шедевр может быть, и своим родственникам показать, и там бабушке отправить, как там ребенок первые шаги сделать, это все супер, это вообще даже надо, без этого люди не могут, они как, ну,
когда у них еще не было, они портреты заказывали, писали, фотографии ходили, делали. Это нормально. Но вот как бы у людей иногда нет вот этого критичного отношения, что это все-таки не кино, не искусство. Но иногда в этой куче мусора условно-визуального иногда появляются шедевры, потому что человек... Ну, на режиссера, да, можно поучиться, но, в принципе, это должен быть какой-то талант. И вот иногда люди делают совершенно замечательные вещи из ничего. Они могут не продолжить потом. Вот они просто создали что-то очень замечательное, всем оно понравилось, в Ютьюбе там налайкали все, в Фейсбуке, и человек как бы закончил. Но иногда он может почувствовать, что вот действительно оно популярно, и двинуться куда-то дальше, и стать режиссером в конечном итоге. Сейчас же открыты все возможности с этим. Тобто такие початківці також можуть взяти участь в фестивалі? Ну, опять же, в зависимости от фестиваля. Например, вот тот же Манхэттенский кинофестиваль, там, ну, там только профессиональные там, режиссеры, да. Потому что многие из этих короткометражек потом номинируются на Оскар и так далее. Они идут на вот высший эшелон вот этого. То есть, действительно, очень качественный кинопродукт. Насчет, собственно говоря, в «Открытой ночи», там, насколько я понимаю, это не обязательно должен быть прям профессиональный режиссер. Вы просто посылаете на отбор это все, и там уже те, кто шорт-лист составляет, те решают вообще, будет этот фильм показан в программе или нет. Ну, то есть, что ж, дуже можно дякую, так. Дуже, да. Дуже цікава інформація.